Саша Вилкул, где ты был? Не. Миша Добкин, где ты? Не. Гена Кернес. Саша Вилкул, где ты был? Где ты был? Где ты был? Где был, например, 26 января? Ты, наверное, забыл. Ты забыл. Ну, а может, и забил. Вот это, кстати, зря. Миша Добкин, где ты был? Ты где был? Гена Кернес, ну и ты тоже где был? Когда Харьков бил, где ты был? Когда Харьков кровью харкал, кто где был? Саша Вилкул, где ты был? Где ты был? Где ты был? Миша Добкин, Геша Кернес, где вы были? Эй! Кто где был, уже забыл. Тот забыл и тот забыл. Амнезия, юэй. Юра Нестор и она. И Сергей, что свои яйца разложил везде. Мы-то помним и во снах. Мы во снах. Где вы были? Рабинович, где ты был? А, нигде? Извини. За тобою ничего. Ничего нет. За тобою ничего. Ну вообще ничего. Все понятно. Но оно не кошерно. Янукович, где ты есть? Выходи, подлый трус. Вон Азаров вышел, и при этом вышел весь. Посмотри, как тут бурлит и тебя материт. Все вот это гуано, что ты оставил здесь. Вспоминайте, кто забыл. Вспоминайте, кто где был и кто мне был нигде. Кто, ребята, был да сплыл, а потом снова всплыл. И опять не то. Не то, не то, не тонет, не. Встаньте, дети, встаньте в круг. Встаньте в круг, встаньте в круг. И не дети, встаньте в круг. Встаньте все так. Не пускайте этих сук. Этих с украинской точки зрения бяк. Вспоминайте, кто где был. Кто где был и кто где бил. Ну если кто забыл. Кто где был и кто где бил. Кто молчал, кто мочил, кто сажал и кто бежал. И сколько кто платил. Только. Больше. Саша Вилкул, где ты?